Всем привет! Сегодня у нас получается, так, наверное, 29 марта. Вот заехал у нас в поселке вот речушка. Уже вовсю она течет. Посмотрите, какой мощный поток. Прямо конкретно много воды. Но у нас тут два дня, ну полтора, тут полторы суток. В общем-то лил дождь без остановки. Вот решил прокатиться и посмотреть. Вообще серьезно, прямо так. Речка вся полностью жива. Вчера еще она практически не текла. Еще совсем маленькая. Тут и льды стояли. Но сейчас все практически вскрылось вся. Видите, какой поток. Сейчас проедемся дальше. Посмотрю там прямо вот туда, к мосту. Еще к одному. Через нее там, скорее всего, заторы. Вот. Ой. Я так думаю, что... дней через 10 здесь можно будет рыбачить. Но уровень воды очень высокий. Посмотрите, какой поток. Просто сумасшедший. О, вот это воды. Вот это она у нас сегодня нынче и поперла. Просто грандиозно. Я так думаю, дней через 10 уровень спадет. Промоет все льдинки, ямы. И в общем говоря, можно здесь будет даже порыбачить, открыть сезон. Ну, вообще, я уже ожидаю, что, думаю, недели через две с половиной у нас пойдет уже такой основной ледоход. Я думаю, должен тронуться ледоход. Уже везде промоины на Амуре, на Уссуре. Вот такие речки, они их дополняют и дают дополнительно воды. О! Просто обалдеть. Ребята, сейчас покажу, встану. Офигеть. Вот это вот мощь. Берег подмывает. Конкретно. Там вот еще лед. Поверх льда, видите, течет. А здесь уже все промыло. Полностью промыло. Здесь уже дно чистое. Все. Вот такой поток. Речка красная. Ладно, проедемся дальше. Вообще весна такая нынче была, сначала затяжная. Холодно-холодно, а потом вот так вон верба все распускается уже. Вот. Потом резко все тепло. Тут полторы суток практически без остановки сегодня шли дожди. Вчера, сегодня еще были. Ночь, всю ночь лили. Ну и вот результат. Речка поднялась. В принципе, уже ночных температур минусовых не ожидается. Сейчас от остатки снега добьется. Буквально через 3-4 дня ничего не будет. И минусовых температур уже вообще не ожидается. Даже ночных. А днем уже тепло. На той неделе вообще уже там будут даже и 14-15 градусов, 16 тепла. В общем, как-то так. Вот, ребята, здесь основной мост. Сейчас вот доехал, прямо до воды доеду. О. Вот такая красота. Вот здесь вот, где вода вот прет поверху. Это мост, прям поверх моста. Вот такой уровень воды. Ну реально так мощно. Ширина приличная. Течение мощнейшее. Грандиозная речка просто вообще сейчас смотрит. В общем, короче, весна наступила. Камушки. Проезда туда, естественно, нет сейчас. Проехать невозможно. Сейчас, чтобы попасть на ту сторону поселка, надо будет объезжать через другой мост. Отсюда, наверное, сделать кольцо километра 4. Если не больше. Чтобы на ту сторону попасть. А так, так все красиво. Весна. 29 марта. Я говорю, дней через 7-10 можно уже, в принципе, рыбачить.
Вода сойдет, уровень промоет сейчас остатки льда. В общем, здесь весна наступила. Вон там вот есть затяжки, вон и крутятся водоворотики. В принципе, вот там можно даже на удочку рыбачить уже будет. Жду не дождусь открытия сезона. Ладно, ребята, все, поехал. Посмотрю, может быть, завтра съезжу на Уссуру, посмотрю, как там обстановка у нас ледовая. Примерно посмотрю, как что, и сделаю прогноз предварительный. Вроде раньше никогда не ошибался. Посмотрю, как будет, что. Ладно, всем привет.